Mass Effect. Осуждение. История Джеймса Веги. В самом сердце космической станции Омега, несколько дней спустя после уничтожения капитаном Шепардом батарианской системы. Пока в свете цитадели точатся дебаты о так называемых террористических актах капитана Шепарда, официальная лица батарианской гегемонии требует возмездия. Советник Нодал Удзина опроверг информацию о том, что люди из Альянса Систем причастны к разрушению ретранслятора. Твой ход, человек! Однажды лидеры батарианцев жаждут крови! А кто заплатит за это? Забирай мой выигрыш, этого более чем достаточно. Сдачи не надо, лишь бы мне не приходилось выслушивать этот бред. По-твоему, батарианцы не заслуживают отомщения? Ты что, фанат Шепарда, человек? Мы не доиграли. Почему бы нам не сесть за стол? А почему бы тебе не сдохнуть? Человеческое отребье. Вы все одинаковые. Вы что, считаете себя лучше нас? Ну, лицом мы определенно лучше. Я погляжу на твое лицо, когда мы... Лови его! О чувстве самосохранения вы явно не слыхали. Держу! Довольно! Лейтенант Джеймс Вега, вас непросто разыскать. Адмирал Андерсон, приведите себя в порядок и следуйте за мной. Это приказ. Куда мы идем? Я намерен продолжить ваше обучение. Это еще зачем? Пришло время забыть о случае на Фелле. Вы, наконец, станете тем, кем вам положено быть. Прошу прощения, сэр, но я не хочу забывать. Я не позволю солдату вроде вас растрачивать жизнь понапрасну в этой дыре. Вы летите со мной на землю. Сейчас. Забудьте, мне там делать нечего. Я дам вам нечто, чего у вас не было раньше. Лучше киньте меня на гауптвахту и дело с концом. Речь о гауптвахте. Верно. Только вам предстоит ее стеречь. Думаю, арестант вам знаком. Капитан Шепард?